Слушай, ну у тебя такая, да, философия. Я помню, куда у нас был корпорат, и мы с тобой разговаривали, у тебя там было в планах и на Луну. Ну не на Луну, подожди. Космос — это немного другая херня, и у меня это в планах будет всегда, до тех пор, пока это не получится сделать. Вот, и недавно с одним партнером по бизнесу потенциальным обсуждали момент самых вложений, которые есть у него в голове, и это было очень близко к моей идее в космос в том формате, в котором я это видел, просто не съебываясь в космос. Как-то физически сейчас реально? В данный момент нет. Если заниматься прогнозированием рынка, хоть как-то, рынка технологического, ну, очевидно, что лет через 25, там, 30 это будет более чем доступно.